Милан, Париж, Нью-Йорк и Лондон не были жадными на трендовое открытие сезона 2020. Но модой от кутюр в условиях карантина вряд ли кого-то заинтересуешь. Потому мировые бренды спасовали перед обычными подушкой и одеялом. Тому доказательство – карантинный флешмоб в интернете. Но челленджи по всему миру запустили куда больше. Модницы и модники со всего мира делятся своими стильными образами из постельного белья и выкладывают фотографии с хэштегом «Карантин Pillow Challenge» в интернет. Для образа достаточно иметь подушку, стильный пояс и фантазию. И таких публикаций в соцсетях множество, одесситы не отстают. Я тоже решила присоединиться к мировому флешмобу и создать домашний уютный образ прямо на работе. Все-таки работа – это второй дом. Поехали! Второй популярный флешмоб – ремейки популярных полотен мировых художников. Этот челлендж запустил музей Гетти в Лос-Анджелесе. В качестве примера работники музея представили картину мастера Святой Цицилии «Мадонна с младенцем». Так люди со всего мира воссоздают известные картины с помощью предметов, людей или животных. Так одесситка Елена Орлова приобщила к флешмобу своего кота. На идею создания вдохновил карантин. Приходится придумывать какие-то занятия. Поучаствовала я в челлендже, а точнее в проекте «Изоизоляция». Это всемирный, я так понимаю, по количеству подписчиков и по географии участников. Это всемирный проект, удивительный, классный, творческий, интеллектуальный. Суть его в том, что люди из подручных средств и с помощью своих, назовем это так, сожителей, членов своей семьи, имитируют, повторяют, копируют косплей, есть еще такое слово, известные произведения искусства. Сильно известные или малоизвестные. В последнее время присоединились к ним и плакаты, а совсем недавно и сцены из известных фильмов и мультиков. Принять участие в таком флешмобе может каждый желающий. Надо всего лишь выбрать любимое произведение искусства, взять три вещи из дома и креативно его повторить. Ежедневно в проект «Изоизоляция» присылает около 30 тысяч ремейков. Так что карантин – отличная возможность не только ближе познакомиться с искусством, но и стать его частью. Светлана Довжук, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».